Станция Каширская московского метрополитена открыта 11 августа 1969 года в составе участка автозаводская Каховская. Название станции дано по находившемуся на поверхности Каширскому шоссе. Первоначально на станции действовало только два пути – второй и третий, обеспечивая движение по Горьковско-Замоскворецкой линии от речного вокзала до Каховской. После открытия 1984 года участка Каширская-Орехово, позже до Красногвардейской, с вилочным движением был задействован первый путь. Конструкция станции двухзальная колонная станция мелкого заложения, выполненная как единая конструкция, глубина заложения 7 метров. В восточный зал на один путь прибывают поезда за Москворецкой линией в сторону станции Ховрино, на другой – Каховской линии, следующей от станции Каховская. Иногда на этот второй путь прибывают поезда до станции Речной вокзал, следующий со станции Варшавская из ДПУ. В западном зале с одного пути отправляются поезда за Москворецкой линией в сторону станции Алма-Атинская. С другого пути до поезда Каховской линии отправляются до станции Каховская.